Я просто человек, честно, могу открыто сказать то, что, может быть, другие не говорят. Сегодня, пожалуйста, их дети живут, детей простых людей ничего нету. Сегодня назначили Панчина, у него сын работает в водоканале, он работает главой администрации, все дети пристроены. Но у детей простых ульяновцев никакой перспектив нету и не будет, понимаете? Вот и все. Ни работы, ни денег, ни перспектив ни у кого нету. Понимаете? Одним все, а другим хрен и дубинки под задницей. Вперед по жизни. Вот это правда.